Так, сегодня нам предстоит отремонтировать вот это стеклянное фасадное остекление. Ну, часть его, по крайней мере. Вот. Стрелка Волги, кстати, видно. Оки. Суть в чем, скорее всего, здесь неправильно был собран этот фасад без герметизирующей ленты. И вода протекает и протапливает этаж ниже. Вот видно ниже этаж, под балконом прямо. Туда вода попадает, и это, конечно, никому не приятно. Вот. Сегодня будем смотреть, что здесь не так. Разберем его. И планируется его привести в нормальное состояние. Так, вот у нас идет процесс демонтажа. Режим. Здесь мы уже все демонтировали. Крышечки. Вот. Как мы видим, ничего тут нету. Вон даже. Так, сейчас поймаю ракурс. Ага, вот. Вон там светленькая. Это щель помещения прям. То есть, ну, прямой доступ воздуха. Так, вот это все сделано. Вот. Что мы сейчас будем делать? Будем проклеивать это специальной лентой, которая запакует нам наш фасад в единое целое. Склеит эту часть с этой, эту часть с этой, это с этой, и все будет как бы единым. Вот такой у нас сейчас будет план действий. Паучки всякие, тараканчики. Вот, что нам это даст? Во-первых, он не будет продуваться насквозь. Повысится шумоизоляция, так как уже не будет такой дырки насквозь, как вот в этом случае. Ну, здесь вот за место стеклопакета вставлена рама. Ну все, начинаем работать. Делаем работу, собираем. Вот что интересно, вот видно, да? Это вода. Вода, вода. Она тут стоит. Вот. Все тут сырое. Все сырое. Причем даже вот здесь вот начинаешь откручивать. И вот тоже капельки. Капельки текут. Отсюда сейчас. О, тепло. О, потекло. Ничего себе. Так, сейчас. Оп. Оп. Откуда? Вот они капельки, вот они. Все это уходит вниз и вытекает на 8-м этаже. Так, ну вот наклеили сюда, и что мы видим? По бутылке течет вода из-под крышки очень сильно. Все это, естественно, проникает под фасад, за фасад. Сейчас уже начали работу по демонтажу вот этой плитки, чтобы нам нижний узел примыкания сделать. Ну вот. Так, у нас работа продолжается. Мы дошли уже до, сделали нижний ряд примыканий вот этих весь по всему фасаду. Сейчас начали нижнее примыкание раздалбывать. Там, конечно, тоже ужас. Вот. Сейчас будем сюда наклеивать. Видно, что пакет стоит. Он так довольно-таки смещен. Пакеты здесь каленые. Так видно, что у них грани обработаны. Ну, соответственно,
Сейчас наклеим здесь и здесь вот это перекрестие, перемыкание четырех пакетов. И надо будет проходить еще вот верхнюю часть до перемычки. Вот эти, где темные пакеты, это межэтажное перекрытие. Вот. До середины его мы тоже так же закрываем все. Вот. Демонтируем нижнее примыкание. Что здесь у нас получается? Тоже сделано не было очень качественно. Мы видим стеклопакет. Тут у нас идет термовставка. Снизу идет компенсатор. Скорее всего, это сэндвич панели. Была оцинковочка. Как бы все грамотно было. Но оцинковку все разъело. Вот здесь можно увидеть. Вот. Сгнившая оцинковка. Дальше мы видим вон утеплитель. И чуть-чуть видим этого рубероид, либо толь, либо какой-то еще такой рулонный материал гидроизоляционный. Да. Но воды здесь очень много. И вот куда вода уходит, то есть тут все сыро. Куда вот вода уходит из этого всего, вот этого слоя стяжки. То есть, очевидно, она отсюда затекает, еще, возможно, через швы плиточные набирает. Тут все сырое очень сильно. Так сделано. Сейчас мы здесь тоже будем клеить ленту герметизационную. И в дальнейшем сюда придут уже кровельщики снимать весь этот слой. Всю плитку снимать. В этот слой стяжки там сантиметров 10 он, наверное, толщиной, вот, и заново гидроизолировать этот балкон, так как под ним, как и говорил, то есть рабочее место у людей. Так, ну вот мы здесь установили ленту, сейчас там еще одну один прижим снимем. Здесь у нас под этом подсунули, что можно сейчас эти ставить и полезем уже наверх. Вот, плитку додолбили. Так, хотел еще сказать пару слов по поводу самих прижимов. То есть тут прижим и декоративная крышка в одном лице, как бы в одной конструкции. Вот она. То есть и прижим, и крышка. И вот этот паз, он защищен вот такой вот прокладочкой. Но так как фасад уже довольно-таки давно стоит, и солнечная сторона, вот эта штука, она не снимается. Вот она. То есть она очень такая, скажем, хрупкая стала. То есть снять ее просто, как обычно, невозможно. Вот приходится вот так вот. Вот она прямо ломается. Сварилась полностью. Рубкой такая стала. Вот так везде вот они валяются. Штуки вот просто пытаемся согнуть. Просто в крошки. Просто в крошки. Так, у нас уже вечер начался чуть-чуть. Верхнюю часть вот от половины перекрытия до низа полностью уже сделали. Все ригеля, все стоечки. Сейчас у нас самая важная работа — это нижнее примыкание. Сняли вот мы плитку здесь. Слой. Вот у нас конец стеклопакета. Вот у нас, куда мы уже дальше не можем ничего долбить. У нас также такая же лента есть, только широкая. Тут у нас была 45 миллиметров, это 100 миллиметров. Сейчас мы сюда ее будем прокладывать. Прижимаем крышкой и уже потом
к нашей ленте, кто будет делать герметизацию самого перекрытия межэтажного, они уже будут наплавляемым каким-то материалом, технониколью или типа того, уже подводить. Вот нам осталось 15 метров загерметизировать. Сначала мы клеим эту ленту, потом мы доклеиваем вертикальную и все на место ставим. Так, возвращаемся к нашему фасадику. Тут у нас уже все собрано, установлена прижимная планка, вот, которая у нас тут была вся засиликонена, якобы, чтобы не протекала между чтобы не протекала в щель между прижимной планкой и плиткой. Но на самом деле вот этот силикон, он к плитке никак не смог приклеиться. Приклеился он только к алюмишке. Вот. То есть, что у нас сейчас имеется? Вот, видно здесь. Сверху у нас идет вертикальная бутиловая лента. Идет горизонтально. Приклеена заходом 1.5 сантиметра на стекло. И плюс еще в этом месте это все будет поджиматься. Вот резинка, мы видим. Вот. Здесь у нас уже есть полочка, к чему можно наплавлять гидроизоляцию. Вот, там додолбили. Сейчас по такой же аналогии мы проклеиваем по всей длине нижнего примыкания и устанавливаем прижимы. Вот так вот. Смысл вот то, что вот было, да, здесь в углах силикон, так как там была пустота, вода соответственно просачивалась и попадала внутрь, ветром задувал ее. Сейчас так у нас, так как у нас уже вся плоскость стала единой, проклеенной, герметичной, даже если резинка у нас высохла, как здесь вот, ну по сути как везде, это уже особо не влияет, так как резинка вот эта в большей части предназначена для фиксации стеклопакета. Вот. А для герметизации именно должна быть вот такая бутилка, которой здесь не было и которую мы сейчас восстановили. Так сказать, справедливость. Все, на этом видео подойдет к концу.